«Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля. Кандидат от Испании на премию «Оскар». Папа! Мама! Участник и призер более чем 20 фестивалей. Это песни для меня. И не ради нового дня. Вдруг успеть ее мечтаю. Жить, что отдал за меня. Папа, ныряй! Папа, бедная! Понравилось, давай, давай! Хранилище кран забирает нашу машину. Какой кран? Огромный такой. И зачем? Да. Нужны документы на собственность земли. Нет у нас документов. Я же сказал. Эта земля перешла мне от отца, как и ему от деда. Если не найдем документы, нашу землю отберут. Я хочу вам помочь. Будете заниматься обслуживанием солнечных панелей. Мне бросить свое дело? Персики, панели, какая разница? Что нам остается? Можно заняться и панелями. Что вы городите? Надо устроить забастовку. Согласен. Надо действовать. Нельзя сидеть сложа руки. Тетя, почему ты больше не привозишь к нам в гости Пао и Пера? Мы уезжаем. Воры! Воры! Эта земля нас кормит. Парень сделал свой выбор. Должен нам с урожаем помогать. Им надо сесть и поговорить. Не хватало еще всем перессориться из-за этих панелей. За фрукты надо платить! Мы требуем справедливости! За честные за цены! За честные цены! Бил, бил, бил! Это наша земля. И мы будем бороться за нее до последнего. Земля Алькарас. Ну же, улыбнись, папочка.